Друзья, добрый день. Меня зовут Елена. Я хотела бы оставить сегодня два отзыва, но касается одних и тех же людей. Первый отзыв – это о работе с Юлией и с сайтом «Сумки оптом 24». И второй отзыв – о клубе, в который я вступила. Благодаря знакомству с Юлией, благодаря работе с ней. Начну с того, что я прошла очень много курсов по Wildberries еще в 2021 году, но несколько обучений дорогостоящих. И самая основная проблема, как новичку, для новичка у меня сразу возникла с поиском товара, с поиском поставщиков. Почему-то на обучении нас, ну, может быть, это и логично, учили, что работать с Китаем как бы для новичка требует большой бюджет, знаний, и как бы делали упор на работе с российскими поставщиками, извините. Но в России я не могла найти товар. То есть я все делала, да, по обучению, то, что советовали наставники, и целый год я искала товар. То есть он никак, ну, а я еще никак так не умела профессионально делать аналитику, считать юнит-экономику. И год спустя, то есть для себя я не увидела смысла по прибыли, по выручке работать. Ну, я не нашла такого производителя в России. И эта возможность мне дала, во-первых, выйти на маркетплейс, протестировать, просто понять работу. И у меня очень все удачно пошло, но сразу говорю, да, что пока ты не начнешь что-то делать, поглощать теории это одно, а действие это другое, и ты уже на практике начинаешь понимать, какие есть там подводные камни. И тут же, да, я очень рада, что у Юли и у ее команды возникла идея создать вот этот закрытый клуб. Что я могу сказать? Вот уже перехожу к отзыву о клубе. То, что тех знаний, которые у меня были по обучению, да, они дали мне такой толчок, но в клубе просто бесценная информация, начиная даже с аналитики, да, показывая все шаги, то, что дает Василий в аналитике по товарам, я могу сказать, что этого даже нет на VIP-обучениях, которые превышают там 100 тысяч рублей за тарифы. Вот такие есть, да, VIP-обучения, где тебе по шагам никто никогда не расскажет, не разложит по бюджету каждый шаг, вот закупка, вот здесь там, да, считаем себестоимость, доставку. Ну, такого вообще нигде у меня в обучениях. Может быть, есть какие-то очень способные, конечно, люди. Вот для меня, как для женщины, очень ценное то, что я нахожусь там. И что клуб развивается, дает возможность участвовать в этих совместных закупках, дает возможность посетить Кыргызстан, да, сейчас это очень ниша одежды, очень такая, ну, она и всегда была популярная на маркетплейсах. Ну, то есть вас просто берут за руку, все показывают, и только здесь не лениться, быть постоянно в этом информационном поле. Да, конечно, для этого нужен бюджет, но здесь также можно все это решить и просто двигаться дальше. И я тебе решила, что больше никаких обучений мне не нужно, мне достаточно вот этого. И я очень прямо просто хочу поблагодарить за это. И вот напоследок, чтобы сильно не затягивать, я хочу сказать, что я уже третью сотню клатчей заказываю через Юлю. Сейчас уже я поучаствовала в совместной закупке с бижутерией. И еще одно хочу сказать, что ни на одном обучении нету такого, чтобы мало того вам дали знания, все разжевали по полочкам, так еще и дали возможность просто сделать заказ. И никто не делится своими посредниками, поставщиками. Везде в обучениях как бы там советуют, найдите сами. Здесь мало того, вот аналитика, и вот тут же возможность это все заказать. Ну, просто это, ну, я считаю, что... Я не считаю, я точно знаю, что нигде нет такого. Нигде нет такой информации. Просто бери и действуй. Так что огромная благодарность. И я очень рада, что я
вот так вот оказалась с этими людьми, с Юлей, с ее командой, и планирую дальше продолжать вместе сотрудничать.